Девушки, вы недостаточно красивы. Ты слышишь эти слова каждый день. Может быть, они не говорят тебе это конкретно в лицо. Они действуют другими методами. Я не знаю, как ты отнесешься ко мне и к моим словам, но ты однозначно должна услышать всю правду. Быть симпатичной – это круто, но только лишь на время. Чем больше ты думаешь о своем теле, тем сильнее ты страдаешь. Заметь, привлекательность, которую ты сейчас так лелеешь, рано или поздно исчезнет. Ее уже нельзя будет исправить ни косметикой, ни фильтрами и даже фотошопом. Изменения, которые происходят в теле с возрастом, это нормально. Поэтому, когда ты листаешь ленту и сравниваешь себя с ней, подсознательно ты сходишь с ума. Я расскажу тебе секрет. Тобой управляют чувства, которые ты сейчас испытываешь. Боль, стресс. Именно этого и добивались мировые компании. Они хотят влить тебе побольше дерьма в голову, чтобы твои мозги окончательно засорились мусором. Типа задумайся, зачем они назвали это Инстаграм? Потому что он дает тебе мимолетное наслаждение, понимаешь? Это как грамм наркотика. Инстаграм, грамм инсты. Каждый лайк словно доза, и с каждой дозой тебе хочется еще и еще. Хей, ты называешь это лентой? А на английском это фид. Каждый раз ты пролистываешь тонны грязи. Они кормят тебя, как свинью. 2617. Знаешь, что обозначают эти цифры? Именно столько раз среднестатистический человек трогает свой телефон в день. Миллионы людей заражены одним синдромом. Этот синдром называется «Офигеть! На меня кто-то подписался, мне кто-то поставил лайк, нужно срочно проверить свой телефон». И кто же это? Офигеть! Вот это я популярный. Вот это да. Открой свои глаза. Это все задумано. Они хотят, чтобы ты всегда чувствовала себя все хуже и хуже. Они управляют тобой словно марионеткой, подсовывая тебе фильмы, музыку и журналы со знаменитостями на обложке. Все эти марафоны по интуитивному питанию, диеты, косметика, журналы. Они бы не зарабатывали на этом бешеные бабки, если бы ты любила себя. Понимаешь? Теперь-то ты понимаешь, что им невыгодно говорить, что ты классная. Потому что они не поимеют с этого ровно ничего. Слушай, тебе не нужны идеальные брови, тебе не нужны упругие бедра, диеты, детокс, программы и даже отбеливатель для зубов. Ты и так огонь. Внутри тебя находится настоящая красота, которую не опишешь словами. И по иронии, твое тело говорит само за себя. Когда ты улыбаешься, ты блистаешь и освещаешь самые темные уголки нашей земли. И твой долг заключается в том, чтобы радоваться, поддерживать эту улыбку и делать этот мир лучше. Ты хорошенькая, и у тебя этого не отнять. Точка. Thank you.